Сегодня в меню – мясная нарезка. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Огурец – 1 штука. Морковь – 1 штука. Салями – 200 грамм. Буженина – 200 грамм. Куриная пасторма – 200 грамм. Зелень – по вкусу, для украшения. Предлагаю вам простой и быстрый вариант, как приготовить мясную нарезку. Использовать будем 3 вида мясных продуктов: салями, буженину и куриную пасторму. Получится очень вкусно и сытно. Подготовьте все необходимые ингредиенты. К слову, вы можете взять и другие мясные продукты: копченое сало, копченый балык, несколько видов копченой колбасы и так далее. Все мясные продукты порежьте на тонкие ломтики. Выложите их в виде корзины. Сначала выложите низ из буженины, сформировав середину, а из колбасы края. Из пастормы сделайте ручку корзины. Украсьте корзину зеленью петрушки или укропа и розочками из свежих моркови и огурца. Вот и все. Мясная нарезка готова. Получилось очень ярко и празднично. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!